Под ударом, правда, политическим оказался и премьер-министр Израиля. На него посыпались новые обвинения, на этот раз в том, что он якобы приказал установить прослушку у главы разведки Моссад. Все подробности знает Григорий Бадом. Премьер Нетаньяху снова под ударом. Теперь его обвиняют в том, что якобы в прошлом он приказал главе общей службы безопасности Шабак прослушивать разговоры глав генштаба и внешней разведки Моссад. Об этом рассказал в телевизионном интервью бывший глава Моссада Тамир Пардо. Как стало известно, около 6 лет назад Нетаньяху готовился к удару по Ирану. Возможно, в этой связи он был одержим подозрениями о враждебной прослушке, требовал отключать любую связь во время секретных заседаний и экранировать местоположение машин сопровождения. Параллельно с целью предотвратить утечки информации было дано указание прослушивать ближайшее окружение. Моссад – это не мафия и не преступная группировка, чтобы его прослушивать. Это прекрасная организация, которая делает священную работу, и мы все отдаем ей дань великого уважения. На подмогу премьеру пришли многие друзья из бывших, офицеры и главы спецслужб. Они назвали обвинения бредом и пустыми нападками. Вообще в Израиле к таким вещам относятся по-семейному. Не важно, кто кого прослушивал, важно, что все делают общее дело в борьбе с террором. Григорий Бадолий, Саня Веровская, Израиль, Ближневосточное бюро, телеканал Интер.